В Сочи проводится комплекс мероприятий, объединенных названием «Правопорядок». Для участия в них привлекаются сотрудники патрульно-постовой службы, полка ДПС, участковые уполномоченные и бойцы сочинского ОМОН. Работа ведется по всем направлениям. Полицейские проверяют автомобили, патрулируют улицы, проверяют граждан на предмет совершения правонарушений, принимают и отрабатывают ориентировки, поступающие из дежурной части. Так, за сутки в Костинском районе за нарушение общественного порядка к административной ответственности были привлечены 6 граждан, 5 доставлены в райотдел для установления личности. Подобный комплекс оперативно-профилактических мер применяется полицейскими уже не первый год и позволяет обеспечить безопасность в городе в период курортного сезона.